Работает маночек. Ну-ка дай. Дай на нук. Нельзя на нук, нельзя. Вот еще один. Работает маночек. Конечно, фальшивит. Ну, столько, сколько здесь рябчика. Вполне его достаточно. И прилетает. Так что не зря вчера вечером старались, сделали. Еще одно городище барсуков нашли. Еще и осенью и барсуки. Ёптали. И вторые, то, что есть, можно. Злачные места. Поджопник, чтоб лишний груз с собой не таскать, берешь со стоячего дерева, всегда сухая, экологически чистая, всегда холодная. Нет, береста, она как пенка, еще даже лучше. А это мой поджопник. А он сверху на мой положит, двойной у него будет. Цивилизация со смехом. Да, да, да. И не надо нигде обдирать березку. Так я мертвую березку ободрал. На, как ты там пойдешь? Доза. Полярик был бы, вообще было бы просто. Посовещавшись, решаем. Сегодня еще поискать собаку, а завтра выйти на 2-3 дня в цивилизацию и дождаться нужного нам ветра дома. Что нам? Пойдем дальше нашу красавицу искать. Где-то она на юге, походу. Да? Держит нам лося. Мы сейчас в этот первый зайдем, да? Карман. А вот что ждало нас по возвращении через 4 дня. Переправа опять усложнялась. Сначала решили перейти по льду, таща за собой плот для подстраховки. И, как оказалось, не зря. Вот и провалился, черпанул. Теперь пойдем на открытую воду. Ну что, вы перебрались? Мы здесь. Вон, кулемки-то, видишь, подходил.
Давай, 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 ищи, ищи, ищи. Утром рано или вчера вечером прошу. Все, свет, видишь, холодный. Так. Главное, что он пришел. Ну, один есть в огороде. Да. Ходили туда, в дальний огород, обрезали. Есть свежий след лося. Но он не останавливается. Вот просто зашел в огород, вышел и ушел через болото опять на север. Короче, ушел. Нет, нигде не остановился. Думали, будет перед речкой стоять, потому что перейти не может из-за береги. О, тетеревок. Молодой совсем, лир нету еще. Вообще молоденький. Будет сегодня ужин из тетерева. А то рябчики да рябчики. А здесь мы будем осенью стрелять гуся. Гусь он здесь есть, он такой. Гуся видишь, нет, но он есть. Но он есть, да. А ну-ка он ищет, где гусь. Тетерева с макаронами делаем. Макароны сухие туда высыпали. Сейчас поджарим их. Тетерев с лучком уже поджарен. Сейчас макароны поджарим. Они примут золотистый цвет. Потом нальем туда водички. Их отпарим. Звучит красиво. Посмотрим, как это будет на вкус. На вкус будет еще лучше, чем звучит. Вот, получились макароны по-таежному. Золотистый цвет, чудный аромат. Ну что еще могу сказать? Надо садиться жрать, короче. Стихами заговорил уже. Очень ты, видать, кушать хочешь. Пули вытаскиваю, заряжаю 7.5 на рябчика. Пули что-то никак не выстрелятся. Опять рябец. Одни рябцы у нас. Вчера косачом. Это уже крупная добыча была. Косача добыли вчера. Ты расскажи, как ты глухаря не стал стрелять. Глухаря, да. Пока ходили, не хотели не шуметь. Чтобы лося не спугнуть. Вроде и следы были. Глухаря не стали стрелять, 25 метров максимум до него было. Поснимали его и оставили, теперь жалею. Вот так проходили наши дни. С утра пробегались по угодьям, смотрели, нет ли свежих заходов лося, а потом занимались по хозяйству. Так как отдых у нас был, по системе все включено. Хочешь помыться? Наколи дров, натаскай воды, истопи печь, нагрей воду и мойся, стирайся сколько тебе угодно. То же самое и с едой. Дай патрон на этот 7.5. Да.
Нанук, нельзя. Нельзя, Нанук, нельзя. Нельзя, Нанук. И ходить никуда не надо. В тапочках пошел. Там еще парочка отзывается где-то. Манок, манок, чемпион покажи. Чемпион потерял. Чемпион потерял где-то вместе с подвесом, а теперь старый свой со шприца взял и маню. Зашел бычок. Свежий, сегодня, с утра, наверное. Тут тупичок в тупичке, наверное, стоит. Сейчас пойдем посмотрим. Вот, деваться ему особо некуда. Но опять же, может, опять бешеный какой-нибудь пролетел, да, улетел. Ну, пойдем, что, испытаем. Зашли еще трое. Бычок, коровка и теленок. Будем пытаться. Иду я и думаю, как мне Андрюха сейчас поленом по башке даст. Просрал я трех лосей. На собака заработала, все, ушло, стало уходить. Ну, я почти подождал, думаю, все, уходит, уходит. Пошел за ней, в ту сторону иду. Собака молчит, достал навигацию, думаю, посмотрю, что там показывает навигация. Слышу сзади хруст, разворачиваюсь. Они сзади меня, 150 метров, где я сидел там недалеко, отдыхал. Собака их раззавернула и на круг. И сзади меня прогнал. Ну что, иду расстроенный. Ближе подхожу, смотрю, свежие следы. Думаю, во, один-один. Мимо Андрюхи тоже 150 метров два штуки пробежали. Он их не видел. Я слышал их. Один-один. Ничья. Я сидел, ждал, слышал, слышу, идет. Прям вообще как паровоз лезет сквозь березы. Жду-жду, он в сторону, и все, и пропал, вышел на пойму, через пойму ушел. Видеть не видел, только слышал. Короче, из троих охотников работает только собака. Остальных всех на макароны, а собаку на рябчика всадим. Ну вот, все, закончился мой отпуск, завтра уже на работу, сейчас выходим, тут осталось пройти 4 километра до машины. Хурта, молодая сука, как ушла тогда, вот уже 2 недели... Так и она не вернулась. Потеряли собаку. Олег, видно, переживает. Ну, говорит, что это рабочий момент. Не пришла, значит, так оно и должно быть. Жалко, конечно, собаку, очень жалко. Ну, ладно, не будем о грустном. Понравился ли мне отпуск? Очень понравился. Даже то, что не взяли лося, мне было, ну, жутко интересно. Я занимался тем, что мне нравится, своим любимым делом. В общем, я доволен. Соглашусь ли я провести еще один отпуск также? Не просто соглашусь, я уже хочу это сделать. Но это будет теперь только через год, поэтому не будем загадывать. Много еще воды утечет, все может измениться. Ну а сейчас будем выходить. Тут еще пару капканов и кулемка стоит. Проверим их и будем выходить. Пойдем домой. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч!